Мои юные друзья! Очень приятно видеть вас сегодня в зале нарядными, красивыми. Сегодня у вас праздник. А теперь давайте усядемся поудобнее. Будем себя вести тихо и слушать внимательно, не мешать друг другу. И нам рассказать вам историю о добром мальчике Чиполлино и его друзьях. Об этом расскажу я, а поможет мне в этом оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса. И дирижер Александр Щеколков. Итак, начнем. В основе нашей истории лежит повесть Джани Родари «Приключения Чиполлино». А известный композитор Карен Хачатурян написал музыку к балету, фрагменты из которого мы сегодня услышим. Тише, тише, пожалуйста, ребята. Кто же такой Чиполлино? Правильно! В переводе с итальянского это просто луковица. Дело в том, что есть на свете страна, в которой живут одни овощи и фрукты. И все они живые, как и мы. И у всех у них, как и у нас, есть свои характеры. И со всеми с ними происходят самые невероятные события. Чиполлино жила на самой окраине города. Вот туда-то однажды и приехал сам правитель страны принц Лимон со свитой лимонов и лимончиков. Принц Лимон был одет во все.
колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат лимончиков бронзовые. И все эти колокольчики звенели, не переставая. Так что получалась великолепная музыка. Послушать ее сбежалась вся улица. Народ подумал, что это приехал бродячий оркестр. Наш старый Чиполлоний оказался в первом ряду. Ох, и досталось же ему венков и тычков от тех, кто набирал сзади. Наконец он не выдержал и закричал: «Друзья, назад! Осади назад!» Принц Лимон насторожился. Что это такое? Он подошел поближе к Чиполлонию, перебирая важно своими короткими кривыми ножками. Чиполлоний позеленел от страха. «Ваше высочество!» — пробормотал он. «Ведь они меня затолкают!» «И прекрасно сделают! Так тебе и надо!» Тут надо заметить, что принц Лимон очень не хотели, чтобы его верноподанные уважительно относились друг к другу, дружили, помогали друг другу в беде, поддерживали друг друга, ходили в гости. Лимон от слова «дружба» просто зеленел от злости, и его кислотность превышала все допустимые нормы. «Возлюбленные наши подданные!» — сказал он. «Высочество благодарит вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы почите друг друга! Толкайтесь сильнее! Набирайте вовсю!» Толпа заволновалась, как вода кадушки. Задние ряды напирали на передние, и в конце концов, не выдержав напора, старый Чиполлоний завертелся кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону. Его высочество завопил от боли, неожиданности, оскорбления. Тут же десяток солдат лимончиков кинулись на него со всех сторон и надели на Чиполлония наручники. Старого Чиполлония приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и на много-много лет вперед после его смерти. Чиполлино добился встречи своим отцом и обнял его. «Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с ворами и бандитами!» Что ты, сынок?» — ласково перебил его отец. «Да ведь в тюрьме же сидят не только преступники, тут полно хороших людей. А что же плохого они сделали? За что они сидят?» «Ровным счетом ничего, просто они знают цену дружбе. А как известно, такие люди принцу Лимону не по нутру. Чиполлино», — продолжал отец, — «ты уже большой мальчик и можешь сам о себе позаботиться. О твоей маме и братьях позаботится дядя Чиполло, а ты отправляйся-ка странствовать в дальнюю дорогу. Я уверен, что ты найдешь себе много новых друзей». На другой день Чиполлино связал все свои вещи в узелок, привязал их к палке и отправился в дальний путь. Он пошел, куда глаза глядят, и я думаю, что он выбрал верную дорогу. А сейчас самое время познакомить вас с кумом тыквы, который едва ли не с самого детства мечтал о том, что у него когда-нибудь будет собственный домик. Каждый год он покупал по одному кирпичику для постройки этого домика. Иногда ему удавалось купить 2, 3, а то и 4 кирпичика в год. Но когда кум тыква понял, что уже старый и не может больше работать, а кирпичиков для постройки хорошего домика маловато, он вздохнул и принялся за постройку без лишних слов. «Эх, я
сложу из кирпичиков себе совсем, совсем маленький домик. А дворец мне ни к чему, ведь я и сам не велик. А если не хватит кирпичиков, я обращусь к бумаге, кто-нибудь смастерю. Кум-тыква работал медленно и осторожно, потому что он боялся сильно быстро израсходовать свои драгоценные кирпичики. Он клал их один на другой так бережно, будто бы они были стеклянные. И над каждым кирпичиком он делал глубокий-глубокий вздох. А когда же кирпичики совсем закончились, у него осталось еще очень много вздохов, а домик все равно получился совсем маленький. Кум-тыква попытался войти в него, но тут же уперся коленом в потолок и чуть не разрушил сооружение. Да, подумал он, верно, мне придется жить в этом домике, сидя. Так он и сделал. Он уселся на пол, осторожно переводя дыхание. И в эту самую минуту наш странствующий Чиполлино оказался на краю маленькой деревушки. Такой маленькой, что никто даже не удосужился написать ее название на столбе или на первом домике. Да и домик-то этот был, как решил Чиполлино, вовсе и не домик, а какая-то маленькая конура, в которую едва ли войдет, ну, такса. В окошечко он увидел старичка с рыжей бородкой. Эй, дяденька, чего это вам взбрело в голову залезть в этот ящик? Хотел бы я знать, как вы будете оттуда вылезать. О, это очень просто, мальчик. Вот, войти гораздо сложнее. Я бы с удовольствием пригласил к себе в дом тебя, мальчик, и угостил бы чем-нибудь, но здесь и одному-то места мало. Так это твой домик, сказал Чиполлино. Ну да, здесь неплохо, когда не дует ветер. И в это самое время на краю деревни показалось густое облако пыли. И сразу же все окна, двери и ворота стали со скрипом и треском закрываться. Из нее, пыхтя и отдуваясь, вылез толстяк, одетый во все зеленое. Щеки его были такие толстые, что казалось, вот-вот лопнут, как перезрелый помидор. Так это и был сеньор помидор, управитель и эконом богатых графин Вишен. Чиполлино сразу понял, что таким субъектом, от которого все прячется, стоит держаться подальше. И отошел в сторонку. Сначала кавалер Помидор не делал никому ничего плохого. Он только смотрел на Кум-тыкву, смотрел долго и пристально, зловеще покачивая головой и не говоря ни слова. А бедный Кум-тыква в это время готов был провалиться сквозь землю вместе со своим крохотным домиком. Затем сеньор Помидор издал такое грозное рычание, что окна соседних домов закрылись еще плотнее, а тот, кто повернул ключ на один поворот, поспешили сделать это два, а то и три раза. Ухватившись за край крыши, он начал трясти домик с такой силой, что аккуратно уложенная черепица разлетелась во все стороны. Злодей! Разбойник! Вор! Кричал сеньор Помидор. Ты построил этот дворец на земле, которая принадлежит графиням Вишням! Ваша милость, но свалился Кум-тык, у меня было на это разрешение. Мне его дал когда-то сам граф Вишня. Теперь эта земля принадлежит двум графиням. Потому убирайся отсюда вон без всяких разговоров. Графини намерены посадить сюда самого злого пса, чтобы охранять графские владения. Мошенники!
вдруг послышался чей-то голос. О! Так ты как? Еще осмеливаешься со мной спорить? Ну, погоди, несчастный, придет и твой черед. Посмотрим, кто будет смеяться последним. А еще раньше придет твой черед. Ох, и лопнешь ты скоро, непременно лопнешь. Слова эти произнес никто иной, как Чиполлино. Засунув руки в карманы, он спокойно и уверенно подошел к грозному сеньору кавалеру Помидору. А ты откуда взялся? Почему ты не на работе? А я еще не работаю, я только учусь. А что ты изучаешь? Я твои книжки. Я изучаю, ваша милость, мошенников. Как раз один из них стоит сейчас передо мной. И я не упущу возможности, как следует изучу его. А, ты изучаешь мошенников? Это любопытно. Впрочем, в этой деревне одни мошенники. И если ты нашел нового, покажи его мне. С удовольствием, ваша милость, ответил Чиполлино, лукаво подмигнув. Он достал из кармана свое маленькое зеркальце, которым пускал солнечных зайчиков. И, подойдя совсем близко, сеньору Помидору повертел перед самым носом этим зеркальцем. Вот этот мошенник, ваша милость. Если вам угодно, посмотрите на него хорошенько. Узнаете? Кавалер Помидор не удержался от искушения и одним глазком взглянул в зеркальце. Ну, увидел, конечно же, собственную красную физиономию с маленькими глазками и большим ртом. Ох, и разозлился же он. Тут-то сеньор Помидор понял, что Чиполлино смеется над ним. Но, побагровев, он схватил Чиполлино за волосы обеими руками. Ой-ой-ой-ой, закричал Чиполлино. Ох, как силен этот мошенник, которого вы увидели в моем зеркальце. Уверяю вас, что он один стоит целой шайки разбойников. Я покажу тебе блуд, закричал Помидор так громко и дернул Чиполлино за волосы настолько сильно, что прядь волос осталась у него в руках. Тут-то произошло то, что должно было произойти. Помидор вдруг почувствовал А ты, подлый мальчишка, ответишь мне за мои слезы. Чиполлино покатывался со смеху, а Бундыква утирал пот со лба. Двери и окна соседних домов стали понемножку открываться. Вышел профессор Груша, молочница Слива, сапожный мастер Виноградинка. В общем, все выскочили на улицу. Наконец-то! Воскликнул мастер Виноградинка. Наконец-то нашелся парнишка, который заставил плакать самого сеньора Помидора. Откуда ты взялся, мальчик? Чиполлино рассказал ему свою историю. Профессор Груша озабоченно покачал головой. Кавалер Помидор остался в дураках, но он непременно захочет отомстить. Я тоже думаю, что Помидор так легко не сдастся и отберет домик у Бундыквы. Ну тогда, испуганно произнес Бундыква, я думаю, мне остается одно спрятать домик. Ну как его спрятать? Один я не справлюсь, вы мне поможете.
очень просто. Сказал Чиполлино, если бы это был дворец, то спрятать его не удалось бы. Но ведь домик так, такой маленький, что его можно увезти на тележке. Вы хотите погрузить мой домик на тележку? Алкоголь спросил Кунтык, он боялся, что его драгоценный домик рассыпется на куски. Чиполлино отправились в самую рассвет.
не младше Кимоголову. Я тоже слышу какие-то звуки. Помидор тоже услышал странный шум и взволновался. Зимняя лисанка, подумал он, сидит много историй. Надо быть настороже, а то как бы чего не вышло. Он решил обойти парк вокруг. И на заднем дворе наткнулся на троих ребят, которые весело болтали между собой. Кавалер Помидор пришел в бешенство. Вижу, да? На следующее утро принц Лимон вступил в деревню, но в главе
вооружившись граблями, старательно прочесали поля и луга, леса и рощи, но ничего не нашли. «Бездельники!» — кричал на них правитель. Серьезно, виновно советом. Я полагаю, что следовало бы обратиться к специалисту по делам розыска. Но если да, пошлите за сыщиком. Всего одна ночь. В это время земляничка во все глаза следила за сеньором Помидором. Ей никак не удавалось узнать, ну где же он прячет ключи от подземелья, в котором сидят его друзья. Наконец она решилась обратиться к Вишенке, которая, как вы знаете, все еще болела и лежал в постели. Но узнав о случившемся, он вскочил и сказал: «Я освобожу Чиполлино и всех его друзей». «Ну как же ты достанешь ключ?» «Утащу у сеньора Помидора. Только ты приготовь хороший шоколадный торт. Сеньор Помидор очень любит шоколад, и подсыпь туда побольше сонного зелья. И когда он заснет, дашь мне знать, а я пойду поразведаю, как идут дела». Земляничка не верила своим глазам. Вишенка стал таким решительным и смелым. Это настоящий друг. Вишенка выведал у одного из лимончиков, что сеньор Помидор носит ключи от подземелья в одном кармашке, подшитом к изнанке чулка. Когда наступила ночь, служанка принесла ему, ну, сеньору Помидору, чудесный шоколадный торт. Сеньор Помидор обрадовался и вмиг съел его. И тут же захрапел. Земляничка осторожно сняла с него чулок, а Вишенка вытащил связку ключей. «Дело сделано!» — прошептал он на ухо земляничке. «Бежит, пока он не проснулся!» Они потихоньку вышли из комнаты, закрыли за собой дверь и бросились вниз по лестнице, едва переводя дух. В подвале, где сидел Чиполлино и его друзья, было темно и страшно. Но Вишенка и земляничка, стараясь не стучать зубами от страха и холода, нашли тяжелую стальную дверь, вставили ключ и выпустили пленников! Не буду вам рассказывать, с какой признательностью Чиполлино и его друзья обнимали своего нового друга, а Вишенка просто был счастлив. Быстро рассказав новым друзьям о замысле принца Леона, они расстались. Надо было спешить. До рассвета оставалось совсем немного времени. Вишенка поспешил в замок, чтобы положить ключи на место, а Чиполлино с друзьями отправился в лес разработать план действий. Все слезы за это время. Спустившись в подвал и открыв
покраснел, потом пожелтел, потом позеленел, потом посинел, потом почернел от злости. Площади становилось многолюдно. Все в рассеянности старались не смотреть друг на друга, чтобы нечаянно не заподозрили в дружбе. И каждый с ужасом ждал появления принца Лимона, который готовился объявить очень важное решение. Зловеще забили барабаны, и принц Лимон поднялся на помост. Заметно заволновалась. Молчать! Уже не кричал, а визжал принц Лимон. За своеволие и проявление признаков недопустимой нашей государственной дружбы повелеваю расстрелять домикова тыквы! И принц не успел договорить, как к нему подбежал весь взмыленный сеньор Помидор и начал что-то шептать ему на ухо. Ничего у тебя не выйдет, громко сказал Чиполлино. Мы тебя не боимся. Посмотри, сколько у кума тыквы друзей. А дружба — это великая сила. И положив друг другу на плечи руки, они закрыли собой домик кума тыквы. Принц Лимон побледнел. Его желтое лицо покрылось испариной. На несколько минут на площади воцарилась такая тишина, что было слышно, как облака собираются в большую черную тучу. Назревала гроза, но на это никто не обращал внимания. Один за другим к Чиполлино стали подходить люди из толпы. Они смотрели друг другу в глаза и пожимали друг другу руки. И становились рядом все плотнее и плотнее, закрывая домик кума тыквы. Казалось, на площади не хватит места для тех, кто желает присоединиться к Чиполлино. Но людей становилось все больше и больше. Уже и пушек, приготовленных для расстрела домика кума тыквы, не было видно. А лимончики, которых оказалось не так уж и много, тут же отступили. Вдруг грянул оглушительный гром. Земля задрожала. И разразилась гроза с дождем и градом. Люди, стоявшие под дождем, не расходились. Град бил им в лицо. Но они не чувствовали это, когда рядом с тобой друзья. Многих неприятностей не замечаешь. Они сомкнули льды еще плотнее и стали окружать стоявших рядом принца Лимона и сеньора Помидора. Сеньор Помидор сказал: «Вот этого я боялся больше всего». Спрыгнул с помоста и покатился, как мячик, прочь.
Когда, наконец, солдаты-лимонщики сообразили, что произошло, они так испугались, что все разом побросали оружие и разлетелись в разные стороны. Даже принц не заметил, что остался один. От страха у него ноги задрожали. «О-о-о-о!» – завопил лимон. Закрыв глаза от ужаса, он бросился бежать со всех ног, выбежал и забрался в рыхлую навозную кучу. Надеюсь, что его там не найдут. «Друзья!» – крикнул Чиполлино, вскочив на помост. Сколько тут было объятий, поцелуев, расспросов и рассказов. И все это под проливным дождем, которого никто не замечал. Наконец выглянуло солнышко и осветило счастливые лица друзей. А что было дальше, терпите, узнаете. Синьор Помидор сажает капусту и подстригает травку. Сыщик Марко вместе со своей собачкой устраивает веселые цирковые представления. Лимон живет в навозной куче и говорят, что подружился с семьей зеленых гусениц. Солдаты-лимонщики бросили свою лимонную форму и, надев рабочее платье, устроились на работу. А Чиполлино и Вишенка сидят рядом на одной парте и учат арифметику и грамматику, географию, историю и все остальные предметы вместе со своими сверстниками.